Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Наталья Александровна Крупенько. Я заведующая лабораторией фитопатологии РУП-Институт защиты растений. И здесь мы изучаем эффективность средств защиты растений в защите зерновых культур от болезней. Это у нас полиазимова тритикалия. Сорт Бальтика – это польский сорт, и, как вы знаете, польские сорта очень интенсивно поражаются мучнистой росой. И в этом году то же самое у нас произошло. То есть с весны уже начиналось интенсивное поражение болезнью, и вы видите здесь в посеве очень интенсивное развитие мучнистой росы. И на подфлаговом, на флаг-листе. Сейчас у нас уже присутствует также и бурая ржавчина, есть немного септериоза. И вот это у нас контрольная делянка, там, где не проводили защитные мероприятия. Уважаемые коллеги, мы сейчас находимся на опытных полях Института защиты растений. Дело в том, что наши продукты мы тестируем не только на полях хозяйств, но тестируем их также в Институте защиты растений. Почему? Потому что здесь более детально рассматривается действие продуктов на каждом этапе развития растения. В частности, мы находимся сейчас на поле, где на опытном поле тритикали. Поэтому мы можем видеть действительно здесь не просто даже сами продукты, а целую схему применения продуктов. В частности, вот вариант, перед которым мы стоим. Здесь видно сразу по флагам, вот нашим столпам, таким нашим продуктам, которые являются столпами на зерновых культурах, на тритикале, на пшенице, в частности, вот Vibrance Trio как протравитель, Till Turbo, фунгицид, который мы рекомендуем применять на первых этапах развития растений, где-то в 31-32 стадию, который очень хорошо снимает мучнистую росу, хорошо снимает циркоспорелез, хорошо снимает пятнистости. Далее мы применяли здесь по флаг-листу Elatus Rhea. Это один из самых таких серьезных продуктов, который долговременно защищает зерновые культуры от таких самых таких серьезных уже болезней, как септориоз, как перинофороз, как мучнистая роса. То есть целый спектр болезней сдерживается этим продуктом, причем сдерживается настолько долго, что мы прямо и говорим, что он держит порядка 4 недель. Наши коллеги из России в своих исследованиях, они увидели, что этот продукт держит больше месяца. То есть в их условиях, даже в условиях Краснодара, он сдерживал болезни больше месяца. И это действительно такой замечательный результат. И далее продукт Magnella, который очень хорошо защищает просто растение колос от фузариоза, а также от септориоза колоса и сопутствующих листовых болезней, если таковые имеются. Вот мы можем видеть этот вариант, он достаточно чистый, достаточно здоровый. Для того, чтобы нам более визуально увидеть его, вот здесь коллеги вырвали мне из этого варианта несколько таких растений. Мы можем видеть у меня в правой руке. Это вариант применения наших продуктов, или результат применения наших продуктов. И здесь контролька, контрольный вариант. Вы видите, насколько он поражен целым спектром болезней. Он проявляется на листьях, на стебле, на колосе. Видим, какое поражение идет уже колосовое, в том числе проявляется и фузариум. А здесь мы видим, насколько чистые растения, чистый колос. В принципе, результаты опытов, в частности, вот этих делянок, они будут немножко позже. Мы вам все будем демонстрировать, поскольку здесь вариантов очень много, в том числе и варианты первого применения Amistara Extra с Tiltом Turbo. Мы это очень настоятельно рекомендуем тем, кто хочет сэкономить на обработке, потому что Amistar Extra с его такой серьезной технологией, он сдерживает не просто развитие болезни, но проявляет серьезный физиологический эффект, который в дальнейшем сказывается на сдерживании болезней. Таким образом, мы можем продлять как бы период обработки между препаратами и экономить на одной обработке. Помимо этого, у нас достаточно большое количество здесь опытов, которые проводятся не только с нашими препаратами, но и с препаратами наших конкурентов. В результате мы выбираем самые лучшие варианты у нашей варианты компании Syngenta, и в то же самое время
мы смотрим, насколько мы отличаемся, смотрим наши преимущества по сравнению с препаратами конкурентов. Вторым аспектом применения препаратов является именно время обработки препаратами растений. Зачастую мы можем иметь хороший препарат, но, к сожалению, неправильно применим, мы можем получить не тот должный эффект от продукта, который мы закладывали в нем и который мы рекомендуем. Ну, например, что я имею в виду? Иногда агрономы ждут на растении проявления болезни и тогда применяют препарат. Это называется блокада. Растению необходима блокада от болезней. Доводим его до такого состояния, когда оно уже больное, а потом начинаем его лечить. Это один аспект. Конечно, для этого годятся такие препараты-пожарники, например, как Минара. Он серьезный такой препарат, который как раз годится для этого. Есть продукты, которые мы рекомендуем применять вовремя, не ждать проявления болезней, а применять тогда, когда мы рекомендуем, то есть в оптимальный период их развития. Ну, например, когда мы говорим сегодня об Elatus Ria, то мы его рекомендуем применять по флаглисту. На самом деле классическая формула формирования урожая говорит о том, что флаглист – это тот орган растения зерновых культур, который формирует 45% урожая, налива урожая, может даже более. То есть как раз его нам и нужно защищать для того, чтобы получить максимум от применения этого продукта. Поэтому, дорогие коллеги, не спешите его применять. Не надо применять его, Elatus Ria, когда нет флаглиста. Либо наоборот. Ну, многие ждут, пока появится колос. Да, можно работать им. И когда появится колос, и мы даже иногда рекомендуем, когда нету прессинга болезней, когда флаглист чистый, тогда ждать проявления 49-я, там, 51-я стадия. До этой стадии смело можно применять этот препарат, но не позже, поскольку он лучше лечит все-таки листовые болезни или листостебельные болезни, правильнее сказать, на протяжении достаточно долгого времени. Как я говорил, он долгоиграющий препарат, в принципе, и в этом его очень серьезное такое преимущество перед другими продуктами. Он не требует абсолютно никакой добавки, никаких павов, никаких прилипателей. Там достаточно всего. То есть этот препарат самодостаточный, в нем находится много активных ингредиентов, помимо действующих веществ, которые помогают проникать, который попадает на лист, прилипать на нем и проникать внутрь растения. Вот это такое главное преимущество этих продуктов, такого как Elatus Ria.